На данный момент в России существуют тысячи больниц, клиник и диагностирующих центров, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из лидирующих является университетская клиника Казанского федерального университета. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения униклиники Казанского федерального университета первым в Татарстане начало выполнять коронарографию, коронарную ангиопластику, стентирование коронарных артерий при инфаркте миокарда и эмболизацию маточных и простатических артерий при доброкачественных новообразованиях. Стоит отметить, что именно здесь впервые в Татарстане начали применять передовые инновационные эндоваскулярные методы и успешно внедряются самые последние медицинские технологии. Отделение у нас считается наиболее опытным, укомплектованным всем штатом специалистов, которые есть для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день мы обладаем наибольшим опытом лечения пациентов, которые требуют неотложной помощи. Это такие как острый коронарный синдром и коронарный тромболиз. На сегодняшний день в отделении кардиохирургии проводится полный спектр операций на сердце. Одними из таких являются коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на бьющемся сердце и с помощью мини-доступа, протезирование и пластика клапанов, выполняемые на открытом сердце и транскатетерно. К настоящему моменту, помимо операций на открытом сердце, выполняется большое количество операций по поводу нарушения ритма. Это радиочастотная абляция, кривоабляция, имплантация кардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов. Относительно недавно отделение кардиохирургии приступило к развитию нового направления – аритмологии. Уже сегодня специалисты данного направления выполняют большинство вмешательств в этой области, занимаются коррекцией нарушения ритма, в том числе и на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Мы занимаемся хирургическим лечением сложных нарушений ритма. Это начиная от установки кардиостимуляторов, которые корректируют нарушение ритма, проблемы с частотой ритма, то есть если у пациента выраженная брадикардия, если у пациента редкий пульс с большими паузами, тогда устанавливаются специальные девайсы имплантируемые, которые в режиме сторожа контролируют ритм сердца, в случае необходимости они его корректируют. Особое внимание в сердечно-сосудистом кластере отдают отделению сосудистой хирургии. Врачи владеют современными хирургическими и эндоваскулярными методами лечения поражений аорты, магистральных сосудов верхних и нижних конечностей. Именно здесь реализуются самые современные методики лечения больных, в том числе и авторские. На сегодняшний день, благодаря политике университета, практически мы получили все, что хотели. Вот. Все оборудование есть самое современное, самое совершенное. И мы можем сказать, что, может быть, даже у нас оно уникальнее, чем в других клиниках. У нас есть все для того, чтобы делать операции с искусственным кровообращением. У нас есть все для того, чтобы делать эти шунтирующие операции на сердце без искусственного кровообращения. Центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний университетской клиники Казанского федерального университета предназначен для проведения специализированной кардиологической диагностики и лечения пациентов при наличии или подозрении на патологии сердечно-сосудистой системы с использованием уже имеющегося современного диагностического и лечебного оборудования. Казанский федеральный университет предупреждает, если вы чувствуете одышку, давление, жжение в области груди, сильную усталость и не можете выполнить привычную нагрузку, незамедлительно обратитесь к специалисту. Карина Саяхова, Никита Акиньшин, Универньюз.